Друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный, он же Захар Артемьев. Отстоял я свой час и отдал рукотворное произведение искусства, свой плакат «Хватит пить нашу кровь, свободу Ваня», отдал следующему товарищу. Вот, в 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин наградил меня за вклад в журналистику, пожал мне руку. И сейчас я хочу сказать, что если Ваню не выпустят на свободу и оставят в тюрьме по подложному обвинению, я отнесу эту вот награду и положу у дверей мэрии. Деньги не верну, деньги проел, простите, Сергей Семенович. Отпустите, пожалуйста, Ваню. Отпустите Ваню, я вас очень прошу, хватит пить нашу кровь. Спасибо. Я веду канал «Захар Артемьев». Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И вот мы находимся у здания Петровка 38. Тут одиночные пикеты. И сейчас я присоединюсь к ним. Вот прекрасный человек стоит. Ему нельзя по правилам говорить. И поэтому мы не будем его провоцировать на разговор. И вообще отойдем, найдем местечко в 50 метрах и встанем поддержать коллегу. Так-то не все плохие. Не видно. Thank you.
водили по массу. Ну, я не сотрудник Госдепа. Угу, хорошо видно. Нормально видно? Угу, хорошо видно.